если вот так будете это, сорвать, оно вам тяжело. フックね、このフックにこれで引っかかるの？как крючок держит。こう引っかかカットして、こうカットしてるのに、道具をこういうふうにこういうふうにカットすると、道具を引っかかるね、超綺麗に。あ、パリゴも как крючок держит。ね。если вот так будете сами。どうしよう？あ、ここで引っかかってしまう。カットするときは、ね。Поэтому как правильно сорвать? カットするときは、あ、負けるか、どうしよう。если сорвали вас。こう切ったら、もう嘘します。ね。だから、あ、嘘します。嘘します。したら、これは、このまま。どう？あ、если вас сорвали, вниз надо сразу. Вниз, вниз. А не себе.ちょっとやってみてください。じゃあ、попробуйте。попробуйте вот。почувствуйте。わかる？引っかかりがある。понятно。Еще один вариант покажу. Запомните, еще один вариант. Следующее. Вот сорвали? А, просто так сорвать нельзя, если вот. Если вот так 50-50. カットしていけばいい。この時に手首をすくかあのフックを作る。うん、がクリチョクじゃん。オッケー。そうそう。если его если он распустил。私がかってあっちってチャンスポジションだ。チャンスポジションだ時は。когда вот сейчас появляется, да? 自分でカットするか相手が離すか。あ、сами будете сорвать или он просто отпустит?チャンスの時は相手が離した時も考える。ああ、почувствуй, если он просто он сам отпустил. ビル一点でカットなる前に、ただ視線筋、he is cut. だからこれ、これカット。можно удержать. и атаковать. これすくう、すくう。で、まあそれでも、まあ、こうやって持ったりとかする人もいるよ、キリンさん。такие ね、так тоже срывает же у нас. そういう時は一回試してみる。これ試してみる。これ。так еще легче. これ切れない。切れない時は。если он не отпустил. 手と足動かすから見てね。いや、посмотрите ноги на руку. 二つ見るの難しい。まず足だけ見てて。сначала на ноги посмотрите на ноги. これでしょ。ノスタポジションでしょ。カットで千葉するでしょ。На ноги посмотрите сначала. Сначала вот это движение. Сначала.下。難しいか。
корпус включить. Корпус. Застрелил. Как? Вот это, вот этот второй вариант очень важный. Очень важный. Не все. Понимаешь? Нет. Коля, все равно, да? Ругай. Бывает, здесь соперник очень сильный, не отпускает. Не, вот это бесполезно. Просто телом, телом двигаться. Ты сам, Коль, сам. Есть подготовка. Последний. Кто сюда? Я вас. Вас? Я вас. А, у меня вас нет. Там вот, Элеван, чидас. Сорвешься. Да, ваша позиция. Обычно отпускает. И защита. Если не отпускает. Не отпускает. Ну что? Кипим. А, если отпустил и не отпустил, тут это бывает разное. Можно атаковать, можно нет. Второй вариант.